Здравствуйте, подписчики моего канала, на канале Джека Просто, Просто Джек Просто. Всем здравствуйте, это воскресенье Happy Wheels. Почему воскресенье? Потому что в субботу не получилось. Я говорил, что расписание может меняться. Как бы так, первый глаз брик. Опять троллинг. Так, опять. Да чтоб тебе приподнялось, шлепнуло, блин, я не могу идти тупой своей башкой. Нахрена вот лезь вот сюда? Я колеса нету, надо голову засунуть. Вот тебе так тебе и надо. Да что ты... Да пошел ты нахрен, дурак, блин, я не могу, босс, охрененный босс. Так, спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Не подумаешь, он стоит. Немножко прямоугольным. Фух, прошли мы второй. Ну, знаете что? Ну, на четверку может быть. Ну, пять тут явно не тянет. На второй следующий уровень. Ну, потому что тут жести много в этом уровне. И слава богу, что мы прошли его. О, тут начинается йога. Господи, вы понимаете, как говорится, накрученность. Рейтинг. Тимми Свинг теперь. Ну, слава богу, хоть обратили внимание. Так, CZ. Цикатерил уже. Ну, я не знаю, тут правила меняются. Так, давай, давай, давай. Ну и что? Да я не понимаю, тут ничто не так с этим уровнем. Сейчас еще раз. Я говорю. Ох ты, четыре.
горжусь. Я не передвижен, стандарты вот так вот прошли мы. С дополнительным персонажем. Ну, я говорю, тут правила меняются, обычно тут на цели все переключалось, а теперь тут которые. Кстати, снова сурово уже. Так. Тут уже как. В Undertale, блин. Не, ну что могу сказать? Уровень проработан. Даже для особо одаренных написали, это же 6 мечей, кара. Тяпками своими, блин, я не могу. Ну, дурак, я не могу. Ну, на рукоятке. Да что ты больше ее кинуть не можешь, елки-палки. Да куда ты там, никого нету, блин. Что делать? Ёлки-палки. Нормально. Ну, а что тебе мешало раньше это делать, блин? Ну чё, блин, два человека и один меч, нормально. Антай нахрен, конечно. Может, пацифисты, ёлки-палки. Так, ещё разок. Так, спокойно, отключить. Да елки-палки, да кидай этот трус, блин. Тихо, не ори. Ну вот так вот. Как это делается? Я говорю, ну... Не знаю, ну на четверку опять же. Потому что, ну серьезно. Было больше мечей, было больше веселья. Давайте поболтараним. Батаран. Спасибо. Да я не знаю.
Агар! Да нахрена ускорялку-то ставить, я понять не могу. Мне не нравится этот батлран. Рапсвин Про. Ну потому что нахрена ускорялку ставить, блин. В батлране никогда ускорялок не было. Нет, еще, блин. Флэппи Бёрд. Понимаете, вот, блин, да что ты, блин, траектория. Ты, главное, правильная траектория, блин, чем я наем. Да что такое, да его колбасит просто. Да конечно же. Сломал ногу и сдох. Вот и все. Главная траектория Про. Угу, Про. Ай, блин. Вот этот трейд и стоп тоже, блин. Попробуй остановиться. Немного трешака. Ну, я не знаю, вот кто ставит эти, блин, звезды. Да я... Давайте по хардкору. Что-то знакомое тут не ловим, блин. Нормально, без велосипеда, нормально, вообще огонь. Тим врачей. И опять 4 звезды, да что не так с тобой, блин? Ну не нравится, блин, тиверы, блин. Ну ладно, погуфай, это еще нормально. Я предыдущий говорю. Ну что тут, конечно, рандомно забыли. Ну всплыть, потому что мечом, блин. Хипашка полетела. Вот Богу файт неинтересно, наоборот. Интересно, ты можешь мечом получить. Ничего себе, ты что сейчас было? Да вот и все, неинтересно, нормально. Тут хардкор в том, что, блин. Ты думаешь, сейчас пройдешь, а получается... Ну я просто говорю, кому что нравится. Мне
Вот и все, вот видите. А вы говорите, вот. Да дед меня уже так плевал, блин. Понятно, то есть... Можно вот так вот мечи выкинуть. Ну дед, извини меня, ты... Свои культяпки, блин. На тебе. Damn it! Дед, блин, извращенец, не могу отстань. Пока освободишься от одного меча, прилетает второй. Ну, нормально. Да нормально, конечно. К чертям собачьим это все проходить. Можно просто вот так вот нажать козырел, нажать дельта и выкинуть ее к чертовой матери. Да что ты, блин, тупишь-то? Тихо. Да елки-палки, да... Ни хрена не даст пройти. Да как ты свою башку ты сломал? Нормально все было. Блин, я не могу. Ты, сука, ты недорезанный, я не могу. Я говорю, блин, правильно. Давай проходим, затупишь еще. О! Давай, сука, зубами, блин, цепляйся. Наконец-то, блин. 15 минут потратили на этот уровень, даже 10, блин. Я не могу, это трындец. Тут еще боссов бы понапихать.
сестра поправлю. Глаз прикрой, не знаю. Давайте сначала погуджаем. Ну, поехали. Перевод реагент, блин. Ну, смотрим. Нормально. Или не надо противника? Да ёлки-палки, надоели же мы брат. Вот у него, блин, пальцев нету. Да блин, да давай. Ты сука. Блин, зачем? Отлично, бросок мастера. Едет у меня. Наслаждайся, ты не знаешь. Райстинг Сноу. Давайте вот это вот. Да я не знаю, что у меня с... какой-то... Ага. Надеюсь, что у меня будет более светлое будущее. Да я не знаю, вот школьники просто, скорее всего, делают эти уровни.
Знал, что просто, понимаете, и так и сломал. Ладно, вот так вот, друзья мои, сейчас еще один уровень. Пока что 3 минуты, не знаю, уложимся, не уложимся, давайте и закончим Blast Brick Pro, скорее всего. Ничего страшного, даже стат, блин. Да что у тебя, за что ж ты не... Да Тимми, пошел ты нахрен с своими руками. Ты помешаешь, блин. Да заткнись ты, Тимми, блин. Я не могу, придурок мелкий. Ну ладно, сейчас перейдем. Который несет. Да потому что этот придурок мелкий, не могу.
закончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Джек Фру. Всем пока-пока. Мы прошли этот уровень, закосячили только один уровень. Ну ладно, ничего страшного. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Джек Фру. Всем пока-пока.